Добрый вечер, и как всегда, в конце недели мы подводим итоги нашей работы, говорим о городском хозяйстве. Начать сегодня хотелось бы с нашего наружного освещения, с тех достаточно серьезных масштабных работ, которые ведутся сейчас в центре города. Безусловно, многие жители как центра города, так и те, кто выезжает в центр, могли заметить, что некоторые участки улиц сейчас не освещены. И это вызвано не тем, что мы некачественно это работаем, либо не до конца выполняем свои обязанности, а тем, что на этих улицах меняются сейчас старые светильники на новые. И уже до середины декабря мы рассчитываем на то, что полностью весь исторический центр города, весь центр города, это получит новое освещение, качественное, современное, по аналогу, как сейчас в Суворовском это районе. И в дальнейшем, хочу напомнить, мы это переходим в Малиновский район, а потом в Киевский. То есть, и буквально за несколько лет мы хотим полностью, чтобы наш город это получил новое качественное наружное освещение. Ну, собственно, об этом мы уже говорили. Также хотелось бы это сказать, развивая тему выполненных это работ, что завершился это ремонт, достаточно серьезный, большой ремонт дома на улице Бунина, дома, где был пожар. Наверняка многие об этом помнят. Там мы отселяли более 16 семей. И вот уже в этом году люди смогут вернуться назад в свое жилье. Полностью хочу отметить, это ремонт выполнен, завершен на все 100%. И выполнен этот ремонт достаточно это качественно, по мнению самих же жителей. И развивая темы готовности к зиме, хотелось бы отметить, что по отчетам нашего ТКП ТГО мы идем по графику. Дома подключаются согласно технологической карте. Все 144 это котельни и ТЭЦ уже работают в полную силу. Сейчас мы это поднимаем давление в сети. Делается это постепенно, потому что если сделать это резко, то могут быть многочисленные это порывы. И, к счастью, тот температурный режим, который сейчас есть на улице, нам это позволяет полностью соблюдать технологию и выполнять все работы. Поэтому еще раз это повторюсь, город к зиме готов. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, через неделю мы поговорим о нашем городском хозяйстве. До свидания.